такая погодка. 30 марта. Это в городе. Дворец Горняков. Наши герои. Ничего не видно через боковые стекла. Так, ну вот что ты выехал, как с тобой быть? Дороги, конечно, не чищены. Сколько еще снег будет, неизвестно. Но в течение дня точно будет идти. Абая улица. Гоголя. Такие бураны, снега. Добрый день. А вот и 31 марта. Вчера как было, так вот сегодня у нас по-другому. Покажем. Сразу тепло стало, снег начал таять, лужи. Ну и ямы на дорогах повылазили. Опять ДКГ, Дворец культуры Горняков. Наши герои уже более веселые стоят. Право надо будет сегодня повернуть, поэтому также до светофора. Бульвар. Ну, теоретически можно утверждать, что действительно зиме один месяц подарили. Завтра апрель. Готовимся уже все-таки к весне. Обещают температуру плюсовую до 15, а может даже до 20 градусов в ближайшую неделю. Но город поплывет. Хотя он уже пытался это сделать.
третья школа. От машины стоят, за детьми приехали. Сегодня еще можно проскочить. А то в 2-3 ряда становится. Так у нас школьники ездят в школы. Ну и улица Гоголя. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Улица Габая потекла.